Добрый день, дорогие мои друзья, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас с вами очередной обзор продуктов из магазина АТБ. Сегодня я с вами поделюсь тем, что я купила на неделю. Чек у меня сегодня на 840 гривен, где-то так. У меня здесь два чека, я расскажу, почему два. Почему два чека, сразу хочу сказать. Здесь я купила порошок стиральный Tide, вот такой. Он по акции. Вот такой. Вот он. Я всегда такой беру, детский, он очень хороший, мне в принципе устраивает. 2 килограмма, 400 грамм, вот стоит 123,90. Почему два чека? Я обычно, когда беру в тележке в этой, внизу в тележке, я ложу, чтобы не со всеми продуктами я ложу порошок, а в самый вниз туда кладу. И вот подошла я на кассу, и меня просто вышибло из головы, что у меня там порошок. Я же рассчитала все за продукты, а охранник говорит, а что у вас внизу там, ну, тележки. Я же такая думаю, что там такое, забыла вообще за порошок. Опускаю голову, смотрю, а там порошок. Он говорит, надо бы заплатить. Боже, мне так стыдно стало. Думаю, еще и подумать, что я захотела украсть. Не знаю, бывает у вас такое или нет. Если бывает, напишите. Так, вот почему у меня два чека, собственно говоря. Так, ну что, идем по чеку теперь по такому. Что я купила? Капусту я купила. Капуста по 4,90. Капусточка хорошая. Вот такая вот прям. Буду варить опять борщик. В основном я беру приплюснутую. Вот если знаете, я не знаю, как она сорт называется. Она такая приплюснутая, она очень вкусная, она сладенькая, такая сочная, на салаты и очень отлично. Но это тоже хорошая. Картошка по 11,50. Картошка, в принципе, в этот раз очень хорошая такая. Чуть-чуть вам покажу. Вот такая обычная средненькая картошечка. Так. Дальше мандарины. Мандарины по акции. Вот такие вот мандаринки по 29,95. Вот я взяла килограммчик мандаринок. Не знаю, еще не пробовала, что это. Бананы по 34,75, как обычно. Вот такие, ну, чуть-чуть какие-то грязноватые они, что ли, не знаю. Дальше я взяла буряк, наборщик. Буряк, сейчас он тоже тогда был по 7,70. Так и есть, 7,70. Вот один такой бурячок у меня получился. На гривну 37. Вот такой бурячок. Что-то не увидел вот такой. Сейчас мы его дряпанем. Вот видите, какой он бордовенький такой. Вот это то, что надо, бурячок. Будет очень вкусный, даже на салатик. Дальше. Дальше груша. Друзья мои, хотела бы сказать по поводу груши. Я в том видео показывала, снимала видео. Грушу эту брала я. Груша очень вкусная. Реально прям вообще вкусная-вкусная, друзья мои. Вот такая груша, она без названия, но это не конференция. Конференция, она немножечко другая. Похожа на конференцию, но вот по 39,95, по 40 гривен. Ну, чай Ахмат я такой взяла, как обычно. Вот такой вот. Чай 65,60. Так, приправы я взяла, своя линия. Вот такая вот приправа для курки. Очень хорошая, мне понравилась. Мы брали тогда уже. В принципе, неплохая такая. Эта приправа стоит 5,30. Дальше я взяла, где тут по списку, ватные палочки. Видите, раньше писали палочки ушные, теперь просто пишут ватные палочки косметические. Вот я взяла, мне нужно 200 штук. Такие, в принципе, они как обычные, как и везде, в общем, короче говоря. Так, палочки эти стоят 8,90. Дальше я взяла приправку «Итальянские травы». Взяла другой фирмы. Та, в принципе, мне она понравилась. Я уже не помню, как она там называлась. Вот это я взяла Мрия. Торговая марка Мрия. Сейчас я вам скажу, сколько она стоит. 5,20, друзья мои. Кстати, это, по-моему, по акции, если я не ошибаюсь. Вот это вот по акции. Без соли написано. Но здесь побольше вот всяких этих составит приправ. Поэтому я решила ее взять, попробовать. Ну, как минимум, здесь вот написано орегано, базилик, розмарин. Кмин, я не знаю, что это, тмин, наверное, и паприки, шматочки паприки, кусочки паприки. Вот такую я взяла, попробую. Так, батарейки я взяла, это мне просто надо проверить одну вещь, а без батареек никак. Взяла самые дешевые, сейчас стоят 14,90. Вот эти вот 4 штучки получается, да. Вы сами понимаете, одноразовые такие какие-то, скажем так. Так. Сахар 23,20, друзья. Сахар подняли. Тогда был 22,90, вот 23,20. Все, цены растут неимоверно.
с неимоверной скоростью. Так, попкорн, своя линия. Вкусный, присадила я, блин, всех на этот попкорн. 13,60 упаковочка. Батончик Марс, это я уже отвезла, это мы ездили в гости, отвезла батончик Марс, такой большой, по акции, 33 гривны, там 4, по-моему, штучки такие маленькие. Томатная паста, чумак я такой взяла, наборщик, банку что-то я не взяла, уже думала, ладно, на один раз хватит. 5,50 вот такая вот стоит, такой треугольничек. Теперь крупа, разумный выбор, гречка. Друзья мои, гречка поднялась, я просто в шоке. Потому что гречка, вот эта вот упаковочка килограммовая, теперь стоит 38,90, 39 гривен. Это просто, я не знаю. И я взяла еще гречку не так нам, как котам. У нас просто коты в последнее время именно гречку хотят кушать. Ну что не сделаешь ради любимцев. В общем, 39 гривен подорожало, 39 гривен. Дальше я взяла скумбрию. Скумбрию я, друзья мои, взяла по акции. Вот такая вот. Скумбрия, торговая марка Айсберг. Скумбрия хорошая. Там оставались две упаковочки, у тебя их две и цапнула. Скумбрия, это по акции была 77,60. Она сейчас есть акция, ну вот по 77,60 килограмм. Я взяла, я и так ее пеку в духовочке, запекаю. И вот солила, кто видел, рецепт обалденный. За полтора часа соленая, ну слабо, мало соленая скумбрия. Так что заходите на канал, не забывайте смотреть там и подписываться. Дальше. Пластивцы. Овсянка 7,80. Вот, 400 грамм. Корм. Своя линия для котиков я взяла, для уличных. 20,50. Вот такая упаковочка. Я взяла в этот раз с рыбкой и овощами. Такую взяла. Кстати, гурмета в этот раз не было вообще. Так что мой кот, надо мне где-то идти искать ему корм. Одному из четырех. Так, дальше. Вот скумбрия еще одна, две упаковочки. Теперь кофе. Кофе львовский. 44,80. Друзья мои, цена, в принципе, та же самая, но не могу понять. Вот, может, вы мне объясните, в чем суть. Написано 225 грамм плюс 15 грамм додаткового. Что это такое? В принципе, на упаковке написано 240 грамм здесь. Что это такое, я вообще не пойму. Объясните мне. То есть, это они... 225 грамм, типа акция, 15 грамм бесплатно, но в итоге это 240 грамм вообще в пачке. Не поняла, честно говоря. Сыр вот такой взяла, две упаковочки. Он не по акции. 41,90, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, 41,90. Вкусный очень сыр у нас. Одна кошка прям вообще его никто не едят, одна именно кошечка. Прям этот сыр, она его поглощает. Так, бумага туалетная Обухов 5,30, как обычно. И вода Моршинская. Я взяла уже, она не по акции, 12,60. Вот такая бутылочка. Полтора литровая бутылочка, 12,60. Водичку надо пить. Ну, в общем, все, друзья мои. Вот такой у нас сегодня с вами небольшой обзорчик. В принципе, продукты как бы все те же. Скажем так, может, что-то поднялось, нет, что-то нет. Так что, если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, написать обязательно комментарий. И кто не подписался, подписывайтесь на мой канал.